Как делишки, ребятишки, с вами снова Адисан, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать троллинг. Поэтому, как я уже много раз говорил, ребята, вы знаете, что делать. Конечно же, влепите большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше троллинга. Чем больше лайков набираем, тем быстрее новая серия выходит. Побежали, побежали, быстро, все быстро, правда, быстро! Все правда, быстрее, давай, 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 давай! Вот, ребята, моя серия, и я хочу сказать в первую очередь спасибо вам, ребята, моим подписчикам, потому что эту идею предложили вы мне. Я еще расскажу то, что я часто в своей группе спрашиваю своих подписчиков, мол, ребята, подскажите мне какую-то идею для троллинга, и в описании есть ссылочка на того человека, который помог мне, подсказал вот эту идею. Идея то, что Жека же недавно получил свою золотую кнопочку, и в этой серии ее у него украдут. Поэтому, ребята, в описании есть ссылочка на мою страницу ВКонтакте, есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, заходите, подписывайтесь, вступайте, и может в следующей серии именно ваша идея попадет в троллинг. А и что я еще могу сказать? Хачапурчики, Жека и Кнопка. Вот весь сюжет в этой серии. Поэтому сохраняем интригу и сначала пойдем к Жиндосу, пройдем его карту и потом вернемся сюда. И Жека прям будет бомбить, потому что это его любимая кнопочка, которую он посрет в этой серии. Погнали, погнали. Ну что, Эдисон, ты готов? Ты готов? Я готов. А, пошли. Слушай, сегодня будет прям жесть, прям жестокий троллинг, давай, я так скажу. Давай, вот прям, давай. Прям жестко. Ну, ты понимаешь, да? Ну заходи, заходи, нет, заходи. Не особо, Эдисон, понимаю. Это Португалия. Это вот, смотри, тут у тебя футбольчики вот твои. Да играют. Давай, я не хочу больше. Португу в России уже. Пошли, пошли. Не-не-не, давай в Португалию. Пока что ты живешь еще в Португалии. Тебе нужно попасть себе домой, ищи проходы, ищи. Искать проходы. Да, значит, проходы искать. Это не сложно, это так, снять символически просто. По-троллингски, да? А, по-троллингски. По-троллингски, хорошо, хорошо. Так, ну давай, где проходы? Ну, дай мне подсказку. Может, ты водичку прыгнешь, водички клёвые? Нет, не хочу, не хочу. Не хочешь водичку? Не-не-не-не-не-не, не хочу. Не хочешь? Да, это я прям случайно, Жек, это я случайно. Ой, дай мне спаунпойнт поставить! Дай мне спаунпойнт поставить, а! Умер на сцене. Так, хорошо, сейчас я. Давай, что ты, давай. Ну. Подожди. Фу, видишь, даже футбольчиков нету, все работает только на тебя. Никто тебе не мешает снимать, все нормально. Да, ну давай, ищи. Хорошо, как мне в дом пробраться? Да я не знаю, поищи. Я могу сломать? Нет! Не, ну хорошо. Нет. Да чё не так? Где... Ну как говорю, может все-таки водичку прыгнешь, Эдисон? Ты сам туда отказался прыгать. Ой, ну просто вангую, вот смотрите, что сейчас. Затроллил, смотрите. Ой, карточку нашу. Спасибо, Жек, спасибо. Я не буду прыгать, вот я. Да, потому что ты очень предсказуемый, Жека, ты очень предсказуем. Да, ну ладно. Заходи домой, Эдисон, тебе нужно заснять ролики, ведь мы уезжаем в Москву. Садись и снимай ролики. Садись. Сейчас, подожди, я не скажу. Ты никуда не туда сел немножко, ну ладно, хорошо. Я на полочках люблю сидеть, поэтому... Эдисон! Чё? Когда началась? Какая война, какая война? Прибегай на улицу, спасай футбольщиков! Спасай их! Куда? Обратно? Куда? Сюда, быстро, проходи. Что это такое? А ты строй, солдат, быстро встал, строй. Ты встал, быстро строй, ты понял? Я тебе сказал, встал, быстро строй. Что, Россия Португалию захватила, а? Короче, Россия напала на Португалию. Я тут. Начальник. Так, рядовой, а ну, сказал, что ты говно, ты понял, ты говно. Буяка. Итак, солдат. Россия напала на нашу страну, на Португалию, и тебе нужно срочно подготовиться к битве и подготовиться и пойти на полигон. А почему у вас форма России? Значит, вы предатель, вы за Россию. Ага, хорошо. Буяка, ну быстро, потом. Куда? Быстро. Куда? Так, Эдисон, твое первое испытание, ты должен пройти минное поле, тут очень-очень опасно, тебе нужно его пройти. Ой-ой-ой, Эдисон, ты как-то плохо справляешься! Что это такое? Это минное поле! Какое минное поле, алло? Эдисон, быстрее! Беги!
беги! Какой именно? Быстрее, сундук, сундук! Так, молодец! Осталось только открыть дверь, быстрее! Дай рычаг, ну не туда поставил! Быстрее! Отдайте рычаг! Давай, ставь, все, проходи, Эдисон! Быстрее! Так, хорошо, прошел! Что там? Эдисон, ты почти справился с заданием. Бери форму. И теперь, Эдисон, тебе предстоит выйти на войну. На войну против... против не, России, не, ты не понимаешь? Получилось генерала своего убить. Хорошо! Давай, открывай. Вы готовы, рядовой Эдисон? Подожди! Дай перезарядить. Вы готовы расстреливать русский солдат? Ну давай. Подожди, все, я готова. В атаку! За Португалию! Вперед! Где? Паскуда! На! Так, сейчас, перезарядка! Давай, укрытие! Позади солдат, Эдисон! Так. Убей его! Fire the hole! Подожди! Ой! Эй! Так, все, готово, что тут выпало! Давай, быстрее, Эдисон! Подожди! А кто там? Больше никого нету или еще кто-то есть? Там есть, там ты не убил его, как бы. А я это убил. Ты что-то нашел там, нашел? Буяка! Так, подожди. Так, готово! Да, все, это. Эдисон. Что, Эдисон? Ты думал так просто взять и уничтожить Россию, да? В России работают самые лучшие воины. Это Ибрагим, и Митрофан, и я. Я тоже из России, ты был прав. Эдисон, знаешь... Ничего нету, я... Все, мне тут нечего делать. До свидания, генерал. Ты тут как бы ты на войне. Эдисон, знаешь, многие в нас в комментариях просили... рубрику снайперы, знаешь, многие просили. Да. Я решил ее сделать прямо в троллинге! И сейчас мы будем с тобой сражаться! А ну иди сюда, падла, давай! А я тебя тоже, один-один! В общем, ребята, победила дружба. Да. Португалия как бы помирилась с Россией, и все стало хорошо. Конечно, немножко твой домик пострадал, но это не страшно, это не страшно. Да, мой домик пострадал, ну ничего. Хорошо, Джейка, пошли. Да. Пошли ко мне. Я иду. Да, Португальчик. Ты можешь про них там снять, а то слишком страшно. Я снял, сам ты снял. Пошли. Жека. О, они Гимо-2 или Гимо-3? Гимо-2, Гимо-2, не смотри. Жека, знакомое место, да, знакомое, смотрите. Почта. О-о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 
кнопка, оказывается, золотая, идет не почтой России, а курьерской доставкой. Да, через почту России курьерская доставка полгода. Поэтому давай за кнопкой, Жека, за кнопкой на почту. Давай, 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 давай. Смысл, так мне уже пришла кнопка. Это событие заранее до этого. Давай, 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 отправляемся в прошлое. А, это мне со второго канала, да, с Shadow Persica идет? Да, 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 давай. Ну ладно, хорошо. Давай, Ой, почтальончик, почтальончик. Ищи кнопку, она где-то тут, она тебя уже ждет, Жека. Она тебя ждет. Нашел, золотая кнопка. Молодец, молодец. Ну все, можешь выходить. Тут, ну все, я пошел, Одессан, открой мне двери. Да, да, да. Только знаешь, что Жека, Жека. Жека, смотри, хочу почек, хочу почек. Они решили кнопку твою украсть, они Жека, ищи выход, ищи выход, ищи выход, ищи выход. Ищи выход, ищи выход, они решили кнопку твою украсть, Жека. Не знаю, где-то вот тут, где-то вот тут. Выход, выход, ищи! Выход! Еще, еще! А, нашел! Иди сюда, иди сюда! Убегай, Жека, убегай! Не-не-не, обратно-обратно, через крышу, через крышу! Куда? Они решили тебя убить, Жека! Хачапурчик мешается, хачапурчик мешается! Они тебя решили убить, Жека, Жека, Жека! Что делать, что делать? Да что делать, они решили не убить, Жека! Да не меня, я его! Да я-яй! Опа! Жека! Нет! Жека! Кнопку забрали, падлы! Это твое, я там нашел, Жека. Подожди, а что делать? А кнопку? Паскуды. Просто твари. А что сейчас кнопку твою забрали? Жека, кнопку забрали! Понимаешь? Да, смысле, Жека, надо отомстить, надо отомстить! Вот тут оружейный магазин, давай за оружием отомстим вот этим хачапурчиком. Давай, 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 проходи. А что не работает? Что не. Жека, поищи кнопку. Так, ищу. Давай, быстро, Жека, где ты тут? Так. Давай. Я где-то. Хачапурчики, кнопку украли, Жека, ищи. Ой, подожди. Я забыл кое-что сделать. Ты меня просил, я что-то сделал. Так, ага. Может, это реально в листе? Да, я не знаю. Жека, ищи кнопку, ищи. Быстро. Да я не знаю, где она Эдисон, эти хачапурчики совсем, они. Да вообще паскуды. Лезут к нам в YouTube, да? Лезут к нам хачапурчики в YouTube, забирают золотые кнопки, вообще бичуганы. Ага, кнопочка появилась.
Прикольно, прикольно, оружейный магазин, мне прям понравилось. Ой, Жека, быстро, быстро, давай за оружием, быстро, быстро. Что тут сложно как-то сделали, вот это вот. Я ловушки прям сделали. Ой. Полпойнта нету. В смысле нету, есть полпойнт, вот спаун. А ну, нажми респаун. Вот, спампоинт тут. Ну, не работает. Ладно. Так, ай-яй-яй! Давай, Жека, давай, ищи! Подожди, я сейчас умру, мне нужно отхилиться. Бля! Опа! Ну. Давай! Хачапурщики сейчас будут издеваться над твоей кнопочкой, Жека, давай! А что я не перестаю гореть? Это что? Ага, нормально. В жопу, Эдисон, иди в жопу! Буяк, тут спаунпоинт поставь, алло. Просто я ничего не ставил, как бы, я... Ну хорошо, давай, сюда. Да, Эдисон, я опять куда-то тупишь. Да, сюда, ты пикни сюда, и поставь тут спаунпоинт. Я не понимаю, почему он не работает, поставь спаунпоинт. Да, не работает, потому что здесь какое-то маленькое пространство, и меня тупишет просто... Давай. Так. Давай, Буяка! Нет! Давай, прыгай, давай! Нет! Ай! Забирай оружие! АК-74! Кнопочки! Нормально, АК-74 у меня уже есть. Хорошо, давай, Жека, нужно выбраться! Тут кнопочки есть, одна точно тебя тпхнет наверх! Эдисон, я ненавижу паркур, ты знаешь об этом. Нет, ты любишь. Я знаю, что ты его любишь, Жека. Давай, хачапурчики сейчас будут, не знаю прям что... Да в смысле, я потолок как-то... АК-74 сгорело, нормально. Ой, что сейчас делать, Жека? Я не знаю, смысл. Ну ладно, я тебе новый выдам, как твой друг. Выдам тебе новый АК-74. Давай. Давай, Жека. Так сложно. Быстро, Буяка, давай. Я потолкой. Потолкой. Сам ты потолкой. Опа, все нормально. Да. Держи, давай, ты пехайся. Подожди. Буяка! Как бы он тебе пригодится, нету, что там, ну хорошо. Ты в шопу, сейчас геймру, как там кипинвента. Да, я уже включил, давай, Жека. Буяка, давай, проходи. Да ёперный театр. Ой, как, Жека, такой нубас. Жека, такой у нас нубас. Ты просто тут понаставил всяких невидимых блоков. Да. Молодец. Давай. Сейчас мне опять тпшню, сейчас подожди, мы все потыкаем. Опа, молодец, догадался. Ура, Жека, ура. Подожди. А ну, попробуй пройти. Буяка! Все, патронов нету? Да. Жека, я тебе открою секрет. Это главный дом хачапурщиков, главный. Тебе нужно пройти кнопочка там. Кнопочка, где? Вот, в главном доме хачапурчиков, проходи. А как мне... Они тебя не пускают. Жека, я тебе план подскажу, план. Хочешь план? Ну да, хочу. Хочешь план? Короче, тебе надо превратиться в хачапурчика, одеть их одежду, и они тебя пропустят, Жека. У тебя так уже я есть... Я потерял ботиночки. В смысле? У них нету. Да? Я когда умер, они сгорели. Хорошо, держи, иди сюда. Вот, держи, еще три части нужно найти, они где-то вот тут. Где-то вот тут? Да, ну просто слепой. Ищи нычки. Я ищу в листве. Нычки? Что ты там ломаешь? Да, Жека, не все так просто, где-то может там что-то... Надо нычку искать. Может, надо типа тыкать, да? Тыкать надо? Не, тут ничего спрятанного нету, все как бы видно, просто надо попрыгать, поискать. Ага, поискать. Может, меня потолкнет? Давай. Это не работает, так не работает. А как? Тут что-то я не понимаю, как мне. Буяка, давай! Так тебе никуда не надо залезать. Что-то я не понимаю. Давай, Жека. А, понял, ага. Нашел попал. Как? Панталон и хачапурчика. Хачапурчика. Еще две надо найти. Ага, вижу. Ну. Опа. Что там? Кепка хачапурчика. Кепка хачапурчика, еще где-то курточка, есть курточка. Подожди, давай. Ага, вижу. Молодец. Курточка хачапурчика. Давай, умница. Чахапурчика? Чахапурчика. Так, а ну подожди. А, пропускай, Жека, давай. Быстрее. Не, все же, не такие тупые, Жека, они заподозрили то, что ты не хачапурчик, Жека. Давай, дальше. Буяка. Патронов нету. Жека, следующую комнату, давай, быстро.
Давай, Жека, следующую комнату. Я не могу нажать, не могу попасть по этой кнопке. Давай в следующую комнату. Они заподозрили, Жека, не все так просто. Они не могу я попасть по этой сраной кнопке. Они не такие тупые, Жека, не такие тупые. Ой, как же вы отодрали-то уже. Ну, давай. Тыкнул. Ай, не работает. Давай. Да я не могу сделать обнаженную плиту. Давай, проходи. Их меньше стало, Жека. Меньше. Я убил, да? Уничтожил. Да, они боятся тебя. Все, кнопка! Еще один хочу пульчик! Патронов нету! Где? Подожди. Да я сейчас его убью, я его убью! Все, где моя кнопка, я не понял. А где ты? В смысле, так тут должна быть. Они, походу, где-то ее спрятали, Жека, и считай непроходы! Ага, так, давай. Так, тыкаю, кликаю. Так, свет вырубил, нормально, уже четко. Вырубил. Давай, ищи тайный проход, только ничего не ломай, ищи тайный проход. Ага. Опа. Так, а что? Не, почему в доме Хачапурочника стоит Митрофан? Твой сыночек, так сказать. Нет, это твой сыночек. Это твой сыночек. Это твой племянник. Митрофан это сыночек Ибрагима и... Это твой племянник, Жека. Мой племянник, да, почему? А у меня другой вопрос, Жека, а что у него в руке? Опа. Так, ну быстро, поговори со своим сыном, чтобы он не отдал мою золотую кнопку. Я тут ни при чем, я вообще так, его как бы... Так, давай, это твой сын, да, это твой сын. Я его в детдом отдал вообще, я отказался от своего сына. Кто отец, ты или я, вот ты с ним и говорил. Подожди, а он заодно с хачапурщиками, значит? Вот, а тебе вообще все равно, да? Ты отец, у тебя сын хачапурщиками. Я отказался от него, это твой племянник. Вот ты с ними разговаривай, забирай у него кнопку, Жека. А забирай, а чё он её украл, Жека, давай, ищи кнопку. Забирай. Я твоего сына фигачу, да, нормально? Да мне... Попись. Да ё-ё-ё-ё, что ты тут? А чё? Жека, а чё он прилетело? О, вот он! Ой, я его возродился! Ой, вот и закончилась история Shadow Priest. Я убил собственный племянник. Я убил твой сын. Mm-hmm. Вот кнопку я нашел. Твой племянник. А нет, это фейк, это бронзовая кнопка с 10 подписчиков. Нет, это золотая кнопка. Нет, это бронзовая. А ты его, ага, вот так ты благодаришь подписчиков за то, что они подписываются, выкинул. Подбери обратно. Так что теперь можно. Террорист, коллаж за на спине, хорошо. А, ребята, в принципе, мы будем на этом уже... Есть коллаж, вот, на спине. Нет, у тебя, да. Он вот. За тебя валяется. Нет, вот тебя на спине. Ну коллаж. Да, все, давай. Шо давать-то, Убил племянника. Ну, ребята, короче, ставьте лайки, да, если хотите видеть больше серии буллинга. Да. Все зависит только от вас. Да, и подписки, пиписки нам срочно на канал. Писки, знаешь, что еще? Подожди. Нужно, вот если вы прям самые топовые, прям вот крутые чуваки, то вы должны нас добавить в друзья ВКонтакте. Вот прям ссылочка в описании. Прям вообще топовые слова просто. Поэтому быстро заканчиваем серию, быстро подписываемся на нас и быстро добавляем ВКонтакте. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.